Добро пожаловать в Церковь Живое Слово. Наша миссия — формировать учеников посредством Слова Божьего для того, чтобы вы приняли жизнь и давали жизнь, повинуясь и обучая воле Божьей, которой является Иисус. Мы будем изучать Слово Божие с точки зрения Библии. Да. Мне не нравится употреблять слово «теология». Почему? Потому что этого слова нет в Библии. Поэтому лучше заменим это слово на «познание Божие». Человек может познать Бога с разных сторон. Познание Бога с исторической стороны. Познание Бога со стороны истории — это как человек смог понять Бога через времена, и через религии. Но это познание началось с самого человека. Существует другое познание Бога — наука. Это систематическое изучение. Поэтому человек все систематизировал. К примеру, человек дал классификацию растениям, простые, сложные, то есть в зависимости от того, как выглядит ветка, один лист на нем или несколько. Простые или сложные. Существуют разные классификации, которые создают своего рода таксономию растений, животных, геологических слоев, всего. Поэтому человек пытался сделать то же самое с Богом. Это и есть систематическое познание Бога, но оно тоже неверно, поскольку таким же образом было выражено с точки зрения человека, по происхождению человека, это то, что, во что сам человек верит. Также существует познание Бога через откровение от самого Бога. Давайте посмотрим. От Иоанна, 6 глава, 46 стих. Итак, первое правило для этого семинара — для всех без исключения приносить с собой Библию. Но никто не видел Отца, кроме пришедшего от Бога, только Он видел Отца. От Иоанна, глава... От Иоанна, глава 1, стих 18. Кто хочет прочитать от Иоанна 1, 18? Никто из людей не видел Бога, но единственный Сын Божий, Тот, восседающий рядом с Отцом, принес нам весть о Боге. Очень хорошо. Бога никто никогда не видел. Единственный Сын, восседающий рядом с Отцом, принес нам весть. Давайте посмотрим от Иоанна, глава 17, стих 3. «Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, Иисуса Христа, которого Ты послал». Вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, Иисуса Христа, которого Ты послал. От Иоанна, глава 17, стих 26. «Я открыл им Твое имя и еще открою, чтобы та любовь, которой Ты полюбил меня, была и в них, и чтобы я был в них». Итак, мы с вами читаем абсолютно разные стихи, в которых упомянуто, что слово, которое там написано, «откровение Божие», а не то, что человек пытался понять о Боге. Да, сам человек может познать Бога без откровения. Вопрос. Человек может познать Бога без откровения? Посмотрим к Римлянам, глава 1. И после прочтения к Римлянам, глава 1, помолимся. Стих 18 по 20. По 25. Кто хочет прочитать? Эльза. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им.
ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось немыслимое их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили тварь вместо Творца, который благословил Лен во веки. Аминь. Очень хорошо. Может ли человек познать Бога без откровения от Бога? Без Библии? Здесь говорится, что да. Потому что написано, что его вечная сила и Божество видимо через создание мира. Конечно, человек смотрит на создание мира и говорит, да это же превосходно, это превосходно. Вчера я упоминал эволюцию. Но ведь это же полный абсурд, что до сих пор в этом веке люди верят в эволюцию. Поскольку эволюция была полностью опровергнута, я вам говорю научно, о прошлом веке. Когда еще не существовал микроскоп, когда человек еще не мог видеть микроскопический мир, и человек думал, что клетки это были пузырьки, не так ли, из желатина, потому что это то, что человек мог увидеть. Ну да, желатиновые пузырьки. Итак, представьте себе, что каждый день мы фабрикуем желатиновые пузырьки, не так ли? Глазная слизь, сопли, пот. Мы так думаем, но когда у нас появляется возможность увидеть в микроскоп, ах, клетка превосходная. У клетки такая сложная структура, намного сложнее, чем Airbus. Намного сложнее, чем самолет, намного сложнее, чем автомобиль. То есть, что это что-то настолько сложное, что не может быть создано просто так, а лишь тем, у кого есть сознание абсолютно. То есть это не может быть создано наобум. Это не может создать время. Если вы войдете в это место через 100 лет, каким вы его обнаружите? Обнаружите ли вы тот же самый подиум с хорошим освещением, а также звуковую аппаратуру и систему? Вы найдете их такими же? Или все, что тут обнаружите, как? Разруху? Это и есть начало энтропии. Все будет идти от сложного к простому, а не от простого к сложному. Вот что было. Таковы законы. В общем, и это уже было опровергнуто, но люди по-прежнему думают об этом. И так, когда люди смотрят на сотворение, говорят друг другу, послушай, за этим стоит Творец. За этим стоит Творец. Поэтому, как говорится в Писании, да, что создание нам открывает про Бога что? Его вечную силу и Божество. Но обратите внимание, что это откровение не позволяет нам познать Бога. Это позволяет нам узнать один из аспектов про Бога, Его вечную силу Божество, но не позволяет нам познать Бога. Бог развил педагогику с человеком. Давайте прочитаем Бытие, глава 6, извините, Исход, глава 6, стих 2 и 3. Но прежде чем мы начнем читать, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, что есть истина. Мы собрались тут во имя Твое, Господь, потому что жаждем познать Тебя, потому что от этого зависит вечная жизнь, познать единственного истинного Бога Иисуса Христа, которого Ты послал. Отец Небесный, мы взываем к Тебе, действуй в нас, открой нам глаза и позволь нам удостовериться в Твоем Слове. Помоги нам познать Твою волю, Господь, измени нашу манеру мысли, помоги нам каждый раз все больше приближаться к тому, как думает Иисус. Господь, действуй милостью Твоей, чтобы жизнь в нас была в изобилии, и чтобы она текла, как реки воды живой. Открой нам Писание, Господь. Позволь нам проэкспериментировать все то, что имеется в Твоем Слове, Господь. Помоги нам иметь правильную линию поведения по отношению к Тебе и Твоему Слову. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог сказал Моисею, «Я Господь, я являлся Аврааму, Исааку, Иакову, как Бог всемогущий». Но под именем Господь они меня не знали. Они меня не знали,
обратить внимание, что Бог явился человеку с одной стороны, то есть с педагогической стороны. Давайте прочитаем к Евреям, глава 1, стих 1. Россию. К Евреям 1:1. «Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого Он предназначил быть владыкой всего и через Которого Он некогда сотворил Вселенную». Обратите внимание, что Бог многократно и многообразно в прошлом говорил нам через пророков, а в последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого назначил наследником и через Которого сотворил Вселенную. Затем говорится в стихе 3. «Сын, сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей Вселенной своим могущественным словом». Итак, книга к Евреям нам описывает разницу между до и после откровения Бога. Бог нам говорил в прошлом через кого? Через посланников. Это слово «посланник» в переводе с греческого значит «ангелы». Но в последние дни нам говорил через кого? Через Сына. Это совсем другое. Почему? Потому что, как говорится в Библии, что Бог... Еще раз от Иоанна, глава 1, стих 18. Кто-нибудь прочтите от Иоанна 1, 18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Бога никто никогда не видел. В лучшем переводе написано «единственный Сын, который сам является Богом». Представьте себе, что даже в Библии свидетели Иеговы написано так. Представьте себе, единородный Бог, который у груди Отца рассказал нам о Нем. Кто бы смог рассказать нам о Боге лучше самого Бога? Это и есть откровение Бога. Библия. Библия. Библия — это книга, которая содержит откровение о Боге. Христианская вера основана на факте о том, что Бог что? Говорил. Поэтому мы учимся познавать Бога, отталкиваясь от откровения Бога, а не от познания с точки зрения человека. Не с точки зрения того, что человек думает. Вы знаете, разве не так? Теология эволюционировала, как и все науки. И как и все разные науки продолжают эволюционировать. Я не знаю, лучше сказать «эволюционирует» или «инволюционирует». Мне кажется, что скорее «инволюционирует». Теология изменилась, разве не так? То, во что верили теологи третьего века, совсем не то же самое, во что верят теологи пятого века, и не то же самое. И каждый раз выходят новые что? Гипотезы. И эти самые гипотезы — это то, что человек думает, то, что человек выдумывает. Мне кажется, что стенка Вселенной — это резина. Ну что ж, вы можете сказать, что хотите. Потому что я заметила, что расширение Вселенной... Ну вот, появляются некоторые темы для подпитывания данной теории. Но ведь это не закон. Итак, наука основана на этом, разве нет? Наука основана на теории людей. У них не удается подтвердить это фактами, но все же они продолжают и продолжают. Это и есть характеристика науки. Наука меняется. И все это в сравнении со Словом Божьим, которое что? Живет вечно. Небо и земля исчезнут, но мои слова останутся. В этом и есть разница науки. В этом и разница мнения человека со Словом Божьим. Представьте себе, мы сегодня изучаем книгу, первая часть которой была написана более 4000 лет назад, а сейчас 2000 лет. Я знаю, что есть разница во времени. И поэтому мы будем обучаться отталкиваться от откровения Божьего с целью добиться познания о Боге. Пожалуйста, откройте Исаия 55, стих 8 и далее. Кто хочет прочитать? «Мои мысли не ваши мысли,
«Не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Спасибо. Как вас зовут? Леонардо. Леонардо, спасибо. Представьте, Бог говорит, знаете что? Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Поэтому в Библии говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямо именно конец их, путь к смерти. И так написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямо именно конец их, путь к смерти, потому что этот путь от человека, хотя он ему кажется прямым. Если бы кто-нибудь спросил у человека, что сделать человеку, чтобы прийти к Богу, что человеку необходимо сделать для того, чтобы он был спасен, что необходимо сделать человеку для того, чтобы заполучить небеса, что сделать человеку для того, чтобы он находился в присутствии Бога, согласно мыслям всех существующих религий, что бы они ответили? Что необходимо сделать? Быть хорошим, хорошо себя вести, поступать правильно. Так думает человек, так думает религия. Все религии говорят об одном и том же – будь хорошим. Но что говорит Бог? Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией. Таким образом, что единственный способ прийти к Богу – только через Иисуса Христа. И вот что еще более абсурднее. Для того, чтобы человек смог прийти к Богу, Иисус должен умереть на кресте, как преступник, пролив свою кровь. И тот, кто верит в это, имеет жизнь вечную. Такова правда Бога. Давайте посмотрим к Римлянам, глава 3, стих с 21 по 23. Кто хочет прочитать? Лучше по 24. С 21 по 24 стих. Хочу дать вам совет. Принесите разные версии переводов, не только синодальный. Если у вас есть, к примеру, новый русский перевод дома, принесите его. Если у вас есть современный перевод РБО, принесите его. Если у вас Библия «Слово жизни», принесите его. Если у вас Библия Библейской лиги ЕРБ, чем страннее версия перевода, тем лучше. Почему? Потому что, используя разные версии, мы сможем более лучше распознать разные стихи, и изучение будет намного насыщеннее. Поэтому очень хорошо, что Россия принесла нам версию свидетеля Иеговы, потому что есть слова, которые приведены намного лучше. Это не значит, что эта версия перевода хорошая, но она нам поможет подчеркнуть некоторые слова, которые приведены лучше, и нам это поможет. Итак, прочтем в синодальном переводе. К Римлянам, глава 3, стих с 21 по 24. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, будучи оправданы посредством веры в кого? В Иисуса Христа. Это и есть правда Божия, свидетельствованная через законы и пророки. Поэтому, когда Иисус пришел, и все грешники приблизились к Нему, Иисус сказал грешникам: «Прощаются тебе грехи твои». Религиозники, то есть те, кто являлись праведными, которые считали себя неприкосновенными и правильными, фарисеи, учителя закона, возмутились, говоря: «Нет, но ведь это минутку. Если сам Бог придет и будет с кем-то, то, конечно же, будет с нами, потому что мы самые религиозные». А он им ответил: «Нет, вы даже хуже. Воры и проститутки вперед вас идут в Царство Божие». И это, послушайте, это не путь человека. У человека другие идеи, у человека другие мысли, у человека религиозные мысли. Поэтому человек не может приблизиться к Богу, следуя своим собственным мыслям, потому что его мысли его скорее что? Свернут с пути и загубят. Что означает слово «покаяние»? Означает смена пути, смена мыслей.
абсолютно другое направление того, что мы думаем. И эта смена направления значит поменять мои мысли на мысли Бога, поменять мои пути на пути Бога. У нас должна быть перемена. Посмотрим к Римлянам, глава 12, стих 2. Говорится, «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Говорится, «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что...» Что есть воля Божья. Ну-ка еще раз, как написано в твоей версии, Джанет. Какая это версия? Новый русский перевод. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Чего хочет Бог? Чего именно хочет Бог? Я над этим работаю. Я думаю об этом. Это именно то, что мы тут и будем изучать. Это и есть та разница между всеми возможными курсами доктрины, которые вы проходили, и волей Божьей. У нас ведь есть кое-что намного лучше, чем доктрины. У нас есть Библия. У нас есть кое-что намного лучше, чем теология. У нас есть Дух Святой. У нас есть кое-что лучше, чем религия. У нас есть Иисус Христос. Вы только посмотрите, мы находимся в ситуации полного незнания перед Богом. И это создает проблему. Большинство людей, которые приходят поговорить со мной, мне говорят, «Я христианин». Я тогда спрашиваю, «И сколько времени вы уже христианин?» «Уже достаточно давно. Я христианин достаточно давно, где-то уже 10 лет. Я христианин уже 15 лет. Я христианин уже 20 лет». Я отвечаю, «Отлично». «Вопрос», — говорю я, — «Что значит Христос?» «Что означает Христос?» От креста? Христос произошел от креста? Я ему говорю, минутку, сколько времени вы уже христианин? И даже не знаете этимологического происхождения слова, которого используете? Что значит Христос? Да, Христос означает помазанник. А, конечно, помазанник. И что значит помазанник? Помазанник — это у которого помазание? Нет? Помазанник — это тот, которого Бог выделил для своей цели. То есть, если я христианин, это значит, что я последователь того, кого Бог выделил для своей цели. Я последователь Христа. Итак, представьте себе, у человека нет знания даже о самом простом касательно веры. От Иоанна 17:3 еще разок, что говорится? «А жизнь вечная в том, чтобы знали тебя, единого истинного Бога, и кого ты послал, Иисуса Христа». Очень хорошо. Жизнь вечная, что это? Чтобы знали тебя. То есть, если мы его не знаем, тогда что? Нет вечной жизни. У нас нет вечной жизни, поэтому у нас должны быть познания, и эти познания от Бога можно приобрести лишь через откровение Божие. Когда мы поймем и убедимся, что Библия содержит Слово Божие. Когда мы поймем, что в Библии содержится Слово Божие. Что такое Библия? Это книга, которая содержит Слово Божье. Именно поэтому Библия отличается от всех остальных книг во всем мире. Я знаю, что есть отличнейшие книги.
Я знаю, что есть наиинтереснейшие книги. Нам не хватит жизни, чтобы суметь прочитать все книги, которые только существуют. Каждый раз что-то публикуют. Разве не так? Список 10 книг, которые вы обязаны прочитать. Список 100 книг, которые вы обязаны прочитать. Список 1000 книг, которые вы обязаны прочитать. Но все эти книги — это лишь слова людей, идеи людей. Но Библия содержит Слово Божье. В тот момент, когда я это пойму, именно тогда Библия превратится для меня в сокровище. Сокровище. Представьте себе, Бог мне рассказал о том, с чего все началось. Бог рассказал. Это и есть откровение Божие. Что же сказал Бог? Вы видели, как ведут себя люди, когда появляется пророк? Кто-то, которого называют пророком. Тогда, ах, приехал пророк и даст нам Слово Божие. Ну-ка, и так, становитесь в очередь, я вам скажу будущее. Бог говорит, что даст тебе машину. Бог говорит, что твои дети изменятся. Бог говорит, что ты получишь сюрприз. Бог говорит, и люди, ах. Бог говорит, что возьмет твою жизнь и использует ее для невероятных вещей. И человек начинает плакать. Что случилось? Пророк мне сказал, что Бог хочет меня использовать. Послушай, это Иисус сказал еще 2000 лет назад, и вы почему-то не плакали, когда это читали? И этот человек кто знает, пророк он на самом деле или нет, но вот Иисус Христос, в нем есть правда, он Сын Божий. И тогда почему вы не повинуетесь Слову? Почему вы не дрожите перед Словом? Почему вас не удивляет Слово? Почему Слово вас не трогает? Потому что на самом деле это Слово Божие не для Него. Если бы мы взяли эту книгу, которая содержит Слово Божие, послушайте, с каким усердием мы бы его изучили, прочитали, исследовали. Покажите, как это, что это. Разве не видите, что, когда дают новости, человек хочет узнать, что случилось? Что сказал Мадуро? Представьте себе. Люди хотят знать и следить за тем, что сказал Мадуро. Да вы что? Что сказали в Гаване? Что сказали? Да ты что? Когда человек идет к члену семьи, что самое первое, что его спрашивают? Что его спрашивают? Что сказал? Что сказал? Послушай, что он сказал? А вот с Библией? Вот она, разве нет? Вот она нам. Вот она. Наоборот, мы используем Библию совсем для другого, для того, чтобы она нам сказала то, что мы хотим услышать. Ай, купить ли мне машину или нет, покажи-ка мне. Спаси мою душу от заточения. Ай, нет, меня заточат в тюрьму из-за этой машины. Уж лучше не покупать. Не буду влазить в долги. Может, я найду себе девушку? Ну-ка посмотрим. А что касается всех тех, кто меня окружает, злодейство их собственных губ, покроет их голову. Ай, нет, все будет очень плохо, девушку не буду искать. Но оказывается, что эта книга вовсе не говорит обо мне. О ком же говорит эта книга? Она говорит о воле Бога, о том, что Бог хочет, о том, чего Бог ждет, о цели Бога, о плане Бога, о котором тут четко говорится. Он уже его открыл нам, он уже открыл людям свой план, свой разум, свои советы. Представьте себе, вчера мы приводили пример, что-то говорит вам, что в вашем доме, в котором вы сейчас живете, человек, кто построил его, оставил спрятанным в стене или в полу сумку с бриллиантами, которые стоят 50 миллионов долларов. Что бы вы сделали? Начнете искать и разведывать, поскольку будете говорить себе, меня не волнует ничего, меня это не волнует. Нет, ну постойте, что вы делаете? Здесь сокровище. Вы только посмотрите, что вы делаете, вы разрушаете дом. Да меня это не волнует. Разве не видите, что здесь сокрыто сокровище? Разве не видите, что я хочу найти его? Так в Библии говорится, что таким же образом человек, который находит в Библии Слово Божие, оставляет все и идет, и ищет, пока не найдет. И, конечно же, это сокровище и есть вечная жизнь. Это сокровище и есть отношения с Богом. Это самое важное. Что с этого мира мы сможем забрать с собой? Ничего.
Ах да, кое-что вы все-таки сможете забрать с собой из этого мира. Грех. Разве не знали? Грех. Потому что каждый из нас должен будет заплатить за свой грех. Но есть еще кое-что, что мы сможем с собой забрать. Вечная жизнь. Если вы вымоете свои одежды в крови Агнца, если вы отдадите свои грехи для того, чтобы он вас вымыл, и помимо этого вы вдобавок начнете жить вечной жизнью, так вы заберете с собой вечные награды. Награды — это же души, не так ли? Когда вы предстанете перед Богом, говорится, ваш венец, ваше сокровище, ваша работа, ваша работа. В остальном же не получится забрать даже сим-карту, эту симочку. Даже свои кости не заберете, ни кожу. Только лишь ваш дух предстанет перед Богом. Что говорит Убальдо? Спасибо. Учитель, значит, когда мы решаем быть последователями Иисуса Христа, мы верим в Него и вкладываем веру, не так ли? Значит, вера, которую я жажду, которая растет внутри меня, напрямую связана с глубоким познанием Слова. Это единственный источник моей веры, чтобы она росла. Познавать его. И это и будет являться тем аргументом для того, чтобы я верил еще больше, чтобы у меня было больше веры. Или же это то упражнение, давящее на эмоции, которое нас учит церковь. Соберите и верьте, и повторяйте. На самом деле, единственный способ для глубокого познания Слова... В общем, когда я познаю Слово, когда я начинаю давать Слову свое место, которое ему предназначено, когда я начинаю познавать волю Божию, начнут происходить разные вещи. То есть, во время этого семинара начнут происходить разные вещи. Во-первых, вы начнете правильную духовную жизнь. Что значит правильная духовная жизнь? Давайте посмотрим. Деяния, глава 18, стих 24. Кто хочет прочитать? Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Минутку. Здесь говорится об Аполлосе, который станет человеком, известным в истории Нового Завета. Если же есть проповедник, который станет тенью Павла, так это Аполлос. Петр тоже, потому что в церкви, к примеру, коринфянам говорили «я Петров», другие говорили «я Павлов», а другие говорили «я Аполлосов». Ай, ну как же. Павел им ответил: «Вы все идиоты, стадо идиотов. Разве мы последователи людей? Кто такой Павел? Кто такой Петр? Кто такой Аполлос? Нет же, я последователь кого? Кого? Мне очень нравится Альдусин, а я предпочитаю Джерард Ли, мне нравится Адриан Роджерс, а я вот последователь Чуна, а мне вот нравится кто?» Если человек или проповедник делает своих собственных последников, тогда он кто? Антихрист. Потому что претендует на место Иисуса. Нет. Мы же на самом деле этот самый нищий, который говорит другому нищему, где он нашел хлеб. Мы не делаем своих собственных последователей. Мы формируем последователей кого? Иисуса. И мы их учим. Приходите, приходите, следуйте за Иисусом. Это есть тот феномен, который случится с волей Божьей. Пожалуйста, не теряйте с глаз Деяния, глава 18. А пока что давайте посмотрим Иеремия, глава 31, стих 33 и 34.
Но вот завет, который я заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Итак, что говорится, разве не так, что у нас больше не будет надобности, чтобы кто-то нас учил? Потому что сам Бог нас научит. Это то, что Библия говорит, что из чрева потекут что? Реки воды живой. Это помазание, которое все мы получили от Святого. Посмотрите со мной, пожалуйста, не теряйте страничку с Деянием. Мы же остановились на Деянии. Но сперва давайте посмотрим 1 Иоанна, глава 2, стих 20. Что там говорится? «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». У кого помазание Святого? Ну нет. На выходе мы продаем бутылочки с маслом. Красное для бизнеса, зеленое для дома, синее для любви. И это происходит в церквах. Вы до сих пор думаете, что помазание — это немножко масла? Как говорится в твоей версии перевода, в 20 стихе. «Вы же получили дар, врученный вам святым, так что все вы знаете истину». И вы все знаете истину. Давайте посмотрим 27 стих. «Но у вас есть Дух Святой, который Он поставил внутри вас, поэтому у вас уже нет надобности, чтобы кто-то вас учил». И это уже не ложь, а правда. Ах, какая прелесть! Ай, пришел помазанник, и нас всех будет помазывать. Помазанник, я сейчас вас помажу, так становитесь в очередь, и возложу руки, помажить, примите помазание. Послушайте, вы что, разве больше Христа? Потому что вы не видите, что именно Христос нам дает помазание, Христос нам дал Духа Святого всем, говорит, но вы, у вас у всех помазание Святого, от Духа Святого, который нас ведет к истине. Ну вот смотрите, из-за этой неверной информации, что у нас есть, послушайте, я сожалею, но на этом семинаре вы должны выбросить из головы все эти глупости. И значит, мы думаем, что помазание — это что-то вроде дрожжи, что вошло в меня. Что случилось? Я получил помазание. Да нет же! Что такое помазание? Помазание — это Дух Святой. Посмотрите, от Луки, глава 4. Мы остановились на Деяниях. Пожалуйста, не теряйте Деяния. Итак, Лука, глава 4, стих 18 и 19. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Очень хорошо. Это и есть помазание, что Дух Святой, сила Бога для исполнения чего? Его дела. И эта сила, это помазание, Эммануэль, находится над кем? Над всеми, кто верит. Поэтому, когда мы познаем волю Бога, у нас будет правильная духовная жизнь. Потому что мы поймем, Иисус сказал от Марка, глава 16, «Уверовавших кого? Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Буду благовествовать таким образом, что это работа кого? Всех! Это работа всех. Послушайте, это ведь основа детского сада в жизни по вере. Минимально то, что вы должны делать, так это сгонять бесов, исцелять больных, говорить на иных языках.
благовествовать, потому что это знамения, которые сопровождают уверовавших. Но вы разве не видите, что искажение в жизни по вере все перевернуло таким образом, что это делает кто? Нет, помазанники. Ну да, но мы не поняли, потому что мы думаем, что помазанников очень мало, и оказывается, что помазание на всех нас, потому что Он пообещал излить Своего Духа Святого над всякой плотью. Это есть обещание от Отца. Я изолью над всякой плотью. Эммануэль. С нами Бог. Это и есть обещание, обещание Бога. Итак, мы остановились на Деянии, глава 17, и разбирали, что этот самый Аполлос родом из Александрии. Кто? Муж какой? Красноречивый. Другой перевод. Первое слово. Как говорится в других версиях переводов? Я разговаривал кое с кем. Человек, которого я очень люблю. И, в общем, на одном из уроков этот пастор мне сказал: «Я использую твои слова. Просто все копирую. Повторяю все твои слова». Значит, плохо научился. Потому что мы не повторяем слова людей. Мы повторяем слова Иисуса. Разве вы не видите, что люди ошибаются? Поэтому мы учимся, чтобы не ошибаться. И здесь мы учимся не ошибаться, потому как пьем из самого источника, который есть Христос, но не люди. Мы, к примеру, учим, скажем так, что изучаем электронику. И значит, мы изучаем все эти обозначения. Вот это значит лампочка, а это сопротивление, а это переключатель. А это йод. А вот это обозначает источник силы. И значит, мы обучаемся, как узнавать эти обозначения. Если мы хорошо выучим, то неважно, какая перед нами схема, любая электронная схема, я ее могу открыть и прочитать. И вот смотрите, это телевизор. А человек, который ничего в этом не понимает, видит лишь одни черточки, спрашивает: «А вы откуда знаете, что это телевизор? Ну вот смотрите, здесь экран, а вот тут источник силы, а вот здесь замыкание, а вот тут». И берет кофейник и говорит: «Смотрите, тут кофейник». «Вау, да вы волшебник, откуда вы знаете?» Ну, что сказать, разве вы не видите, что это то, чему я обучился? Разве вы не видите, что когда человек открывает схему своего дома, он ничего не понимает, а вот архитектор смотрит и говорит ему: «Смотрите, вот эту стенку трогать нельзя». Ай, почему нельзя? Ну вот смотрите, упадет эта колотушка и разобьет эту стенку, и затем весь ваш дом рухнет. Он знал, что эту стенку ни в коем случае трогать нельзя. Эта стенка, потому что она не предназначена для этого. И это значит, что это несущая стена. А потом спрашивает вас: откуда вы знаете, что это окно? Да потому что в архитектуре это значит окно. Откуда вы знаете, что это сифон? Да потому что в архитектуре это значит сифон. Человек учится распознавать, разве не так? И после этого, уже открывая любую схему, может прочитать очень легко. Если я правильно выучу, что такое воля Бога, то чему я вас обучаю, не является доктриной. Вы лишь открыв Библию, сами сможете понять, о чем речь. Сможете увидеть все панорамно, всецело. После этого Библия не будет для вас книгой. Но ведь я ничего не понимаю. А наоборот, вы откроете вдруг: не может быть, здесь говорится об этом, а вот тут, смотрите, говорится об этом, потому что тут написано вот это, и вот здесь написано вот это, и вот это. На этом курсе семинара есть ключевые понятия. Два ключевых понятия. Как бы так сделать, чтобы вы не потеряли Деяния 17? Что вы заметили в этой Библии? Что она до сих пор новая, не подчеркнутая, помимо того, что листы в нем грязные, строчки внутри не подчеркнуты. Нет ни одного выделенного стиха. Я знаю, что, может быть, вас научили, что можно подчеркивать тексты. Нет, не выделяйте ничего. Не выделяйте. Почему? Потому что Слово Божие... Этим утром я разговаривала с Вальдо как раз об этом. Имеет свойство быть живым словом. То есть каждый раз, когда человек читает Слово, каждый раз
Это слово будет показывать ему новые, сильные, преобразующие вещи. И поэтому, если вы подчеркнули понятие, которое выучили на одной из проповедей, получили вдохновение и поняли, мы вчера об этом долго разговаривали, но сейчас я вам расскажу вкратце. Вот, к примеру, вы поняли, что наше тело — это храм. И значит, мое тело — это храм Божий. И вы выделяете стих в 1 Коринфянам, глава 6, что тело — это храм, и подчеркиваете это место. И рядышком вы пишете: «Мое тело — это храм». Но вот выходит, что Библия нас учит, что Иисус тоже храм. А также Библия нам говорит, что церковь — это тоже храм. А также Библия нам показывает, что место, которое было на горе Иерусалима, тоже храм. А также, что скиния, которая находилась в пустыне, тоже храм. А также учит нас, что небеса небес тоже храм. Поэтому, когда вы выделяете для себя лишь одно понятие, и когда начнете читать Библию, потеряетесь, уже не сможете понять, уже не сможете найти. Вот, к примеру, давайте посмотрим 2 Фессалоникийцам, глава 2. Пожалуйста, не теряйте Деяния 17, стих 3. Стих 3, кто-нибудь, чтобы прочитал. «Смотрите, чтобы вас никто не ввел в заблуждение никаким образом. День этот не придет до тех пор, пока не произойдет отступление от Бога и не откроется человек беззакония, осужденный на погибель». Продолжайте. «Он будет противостоять всему, что называется божеством и святыней, и превозносится над этим. Он даже займет место в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога». Выдавая себя за Бога. Поэтому некоторые эсхатологи — это те, кто очень много говорит про апокалипсис и интерпретирует о знамениях конца. Вы знали, что в прошлом году много церквей пришли к выводу, что 30 сентября должно было настать вознесение церкви? Пасторы проповедовали об этом. Вот только они забыли, что сам Господь Иисус четко сказал, что «О дне том и часе никто не знает, потому что придет, как тать, ночью. Даже Сын не знает, в котором часу. Ни ангела на небе, только Отец». Представьте себе, и пастор посмел сказать: «Нет, нет, я читал Библию, и я знаю намного больше, чем сам Иисус». И 30-й, мне безумно нравится, когда пастор говорит такое, поспорьте с ним. «Отлично, пастор, я спорю с вами, спорю на 5 миллионов. Вы уверены, что возношение церкви будет 30 сентября? Ну так давайте на спор». Послушайте, вы выиграете эту сумму с точной уверенностью, потому что вы основываетесь на чем? На Слове Божьем, в котором говорится о времени, ни о дне никто не знает. Вот вы, пастор, пусть даже будет сам Альдусин. Вы что, знаете больше, чем Иисус? Вы посмеете перечить слову Иисуса? Потому что мы смотрим на Библию с неправильной стороны. Поэтому я вам говорю, что когда мы познаем волю Бога, у нас начнется что? Правильная духовная жизнь. Нет, мы не можем перечить, мы не знаем. Но в Библии к Фессалоникийцам сказано, что до того, как придет Господь, что должно случиться? Отступление. Что такое отступление? Послушайте, не говорите свидетелям Иеговы, что они церковь отступления. Не говорите адвентистам, что они церковь отступления. И не говорите, что любая другая религия — это церковь отступления. Не говорите, что мусульмане, никакие другие религии. Церковь отступления-то какая? Христианская церковь. Большая ее часть, большая часть христианской церкви. Потому что следует за ложью. За грешным человеком, который захочет стать Богом, занимая место Бога. И мы, будучи обмануты, потому что написано, что этот человек сядет в храме Бога, и значит, христианская церковь ждет, когда воздвигнется третий храм, не так ли? Вы слышали об этом? От эсхатологов? И значит, они говорят: нет, пока не будет воздвигнут третий храм, Господь не придет, потому что в Библии написано, и это правда, что грешный человек сядет в храме Бога, выдавая себя за Бога. То, чего они не знают, поскольку не понимают Писание, что третий храм уже был воздвигнут. Давайте посмотрим. От Иоанна, глава 2, стих
19 по 22. Кто хочет прочитать? Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Но на это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое Иисус говорил. Вопрос. Третий храм уже был воздвигнут? Да. Потому что третий храм — это тело Иисуса. У меня есть вопрос тогда. О каком храме говорится в Слове, когда упоминается о том, что в нем сядет? Отлично, что человек греха сядет в храме. Итак, мы видим, что третий храм — это тело Иисуса. Но вот Господь Иисус возвысился на небеса. Посмотрим к Ефесянам, глава 5, стих 23. «Потому что муж — глава жены, точно так же, как Христос — глава церкви своего тела, и Он — его Спаситель». Кто является телом Христа на земле? Церковь. Церковь. Таким образом, что человек греха, тот, который выдает себя за Бога, и тот, который ведет полный обряд, где же это место, куда он воссядет? Над церковью. В церкви. И что значит отступление? Что церковь начнет служить тому, что не является Богом. Где-то 8 лет назад я провел опрос в огромном христианском колледже. И этот опрос был сделан исключительно с людьми, которые служили в церкви на каком-то служении, с молодежью 11 класса. И вопрос был таков. Один из вопросов. О чем проповедовали в церкви в это воскресенье? Я точно не помню соотношение, но приблизительный процент был следующим. Где-то так. 55% церкви проповедовали о деньгах. В 25 церквах проповедь шла о семье. А нет, простите, о лидерстве. Как быть лидером? В 15% проповедовали о межличностных отношениях, семье, депрессии, заботы. И только в 5% церквей проповедовали об Иисусе. Разве это не отступление? Потому что Иисус сказал: «Вы не можете служить двум господам, не можете служить Богу и богатству». На сегодняшний день тема в церквах — это деньги. Никто не проповедует об Евангелии, никто не упоминает Господа Иисуса. У меня есть один друг, которого я очень люблю, он пастор. Я не могу сказать, что он хороший пастор, он плохой пастор. Но этот человек, который любит Бога, но не любит Бога. Почему? Потому что он в своей церкви проповедует о гуманизме, проповедует о человеке. Гуманизм. И значит, он начал формировать церковь раньше, чем мы. И он мне сказал: «Послушай, Диего, вы не можете говорить в церкви только об Иисусе, потому что люди заскучают». И он намного старше, чем я. Нет. Вы должны добавить некоторые штучки, чтобы люди... Поговорите об экономике, о политике, о семье, о детях. Ну, конечно же, об Иисусе тоже. И тогда я задал ему вопрос. Он болельщик футбольной группы «Санта-Фе». И тогда я у него спросил: «Вы для чего ходите на стадион?» «Только для того, чтобы посмотреть футбол?» Он говорит: «Ну да, исключительно. А почему вы не ходите на стадион, чтобы пройти курс кухни? А почему вы не ходите на стадион, чтобы пройти курсы по танцам сальса? Почему вы не ходите на стадион, чтобы посмотреть что-нибудь еще? Вы только ходите на футбол, люди начнут скучать». Он сказал: «А, я понял. Единственное место
во всем мире, где будут проповедовать Евангелие Царства Небесного. Это в Церкви Иисуса Христа. Если в другом месте проповедуют о чем-то другом, то эта церковь не принадлежит Иисусу. Глава этой церкви уже не Иисус. Церковь уже вошла куда? В отступление, потому что поставила на место Бога что-то, что Богом не является, и продолжает проводить службы чему-то, что не есть Бог. Но мы спокойны, потому что думаем, что третий храм все еще не был воздвигнут. Нет, Библия говорит, что храм уже был воздвигнут. Поэтому мы должны хорошо познать Слово Божие. У нас должна быть правильная духовная жизнь. И так мы говорили о том, чтобы вы не подчеркивали Библию, правильно? Вот другой совет. Не зазубривайте. Почему? Я знаю, что вы слышали, что нужно зазубривать Библию. Я задам вам вопрос. Если вы уже были на предыдущих семинарах, то не отвечайте. Что значит нетленный? Что? Что не перестает быть. Что не исчезает. Смотрите, мы постоянно поем, разве нет? О, нетленные слова, слава. Мы знаем весь этот гимн наизусть, но не знаем, что он значит. Нетленный значит неувядаемый. Но проблема в том, что поскольку мы все задобриваем, мы уже не обращаем внимания на смысл слов. Разве с вами не происходило, что, допустим, вы поете песню, и вдруг кто-то у вас спрашивает: послушай, а вы знаете, о чем вы поете? Нет, а что? Здесь говорится... Ай, я не знала, что говорится об этом, я просто ее запомнил. То же самое у нас происходит со Словом Божьим. Но мы не должны зазубривать, мы должны познавать. Есть большая разница в этом. К примеру, Патрисия. Мне нужна нитка и иголка. Я у тебя дома, потому что у меня порвались брюки. Где находится нитка и иголка в твоем доме? Верхний или нижний этаж? Нижний. Рядом с кухней или далеко? Далеко от кухни. Находится в какой-то мебели или на ночном столике, или в шкафу. В мебели. И в этой мебели находится в коробочке, или в пакетике, или в банке. В коробочке. И в этой коробочке не находится в пакетике, или же на маленькой подушечке. На подушечке. Патрисия, я иду к тебе домой, потому что мне нужно прикрутить у себя дома шуруп. Мне нужна отвертка. Верхний или нижний этаж? Нижний. Рядом с кухней или далеко? Рядом с кухней. В коробке или в банке? В коробке. Внутри мебели или снаружи? Внутри. А если я спрошу Патриси про скотч, про швейную машину, про дрожжи, мыло, она бы смогла ответить мне, где находится какая вещь? Она это зазубрила? Да ни за что в жизни. Ни за что. Она в жизни не будет ходить, запоминая. Так, иголки у меня в коробочке. Лишь бы не забыть, надо записать. Иголки... Нет, потому что она знает, где. Вы знаете, сколько предметов находится в доме у Патрисии? Тысячи вещей. Но она знает, где находится какая вещь. Даже с выключенным светом она сможет найти. И откуда она это знает? Не потому, что она это вызубрила, а потому, что она ими пользуется. Потому что это ее жизнь, это ее дом. Она живет там, это ее место. Таким же образом Библия должна быть для нас, на нашем месте. Мы должны познать ее, должны углубиться в нее, должны знать, использовать ее. И тогда Библия... Где это? Вот тут и тут. Посмотрите, и тут, и помимо этого вот тут. И вот об этом же говорится вот тут. И вот это же похоже на это. Нам нет надобности зазубривать. Я вас заверяю. Заверяю, что когда вы закончите семинар, вы будете знать Библию лучше, чем теологи. Я вас заверяю, потому что я через это прошел. В университете, на факультете теологии, вы ни за что не станете читать полностью Библию.
ни за что не станете читать. Вам нет нужды в Библии. Вы не берете с собой на урок теологии Библию. Вы несете кучу других книг, но не Библию. Но мы здесь для того, чтобы познать Слово Божие. Не вызубривать, не подчеркивать. Этот муж, о котором мы читали в Деянии 18, был красноречив. Как говорится в других версиях перевода слова «красноречив», человек образованный, умел убеждать. Каким еще был Аполлос? Следующая характеристика Аполлоса. Сведущий в Писаниях, как говорится в другой версии. Как? Хорошо знающий Писание, то есть знал Библию. Следующий. Какая еще характеристика? Был наставлен пути Господню, то есть был христианином. Был научен в христианстве. Что еще? Другая черта. Обладал глубокими знаниями Бога. Был просвещен о пути. Говорил с жаром. Хорошо объяснял. Как учил? Учил с точностью. Послушайте, это просто невероятный тип. В другой версии говорится, трактовал Иисуса правильно. Это был Аполлос. Мы читаем Деяния. Говорил с рвением, говорил без страха. Но есть одна проблемка. Какова она? Стих 25, вторая часть. Он знал только одну сторону монеты. Прочтем стих 26. Говорится, Аполлос начал смело говорить в синагоге, и когда Прескила и Акила его услышали, они пригласили его к себе, и точнее объяснили ему путь Божий. Итак, что сделали Акила и Прескила, когда увидели, что он был прилежный? Что они сделали? Они сказали ему, слушай, здорово, у тебя все много хороших пунктов, но знаете что? Вы не так хорошо знаете. Представьте себе, ему не доставало знать про Духа Святого. Ему не доставало знать о крещении, которым крестил Иисус, потому как он до сих пор крестил крещением Иоанновым. Они его не дисквалифицировали, они ему не сказали, нет, все это неправильно. Абсолютно нет. Но разве вы не видите, что он не знал точного пути? Это как раз то, что и произойдет на этом семинаре о воле Бога. Вы лучше узнаете путь. У вас будет правильная духовная жизнь. Но помимо этого, вы разовьете правильное отношение. Правильное отношение по отношению к Слову Божьему. Прочтем Деяния, глава. Деяния, глава 17, стих 11. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Написано, что эти были благомысленнее фессалоникских. Да, мы будем более благоразумнее, но не перед людьми. Смотрите, что написано. Эти были благоразумнее, другая версия. Здесь были люди более открытых взглядов. Что это за версия библейской лиги? Здешние были благомысленнее. Почему? Потому что... Почему были благомысленнее? Продолжим читать. Версию, которую мы читали, можно синодальной. Продолжайте читать. Адьела. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Почему? Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Что делали фессалоникийцы? Простите, верийцы. Разбирали
Писание ежедневно, смотря на то, что говорил Павел. Послушайте, неважно, Павел ли это, кто вам проповедует, нельзя все глотать целиком. Я вот думаю, что христианская церковь — это с точностью наоборот. Это конкуренция деноминаций. То, что я смогла увидеть в христианской церкви, так это то, что все постоянно ругаются о том, кто же прав. Даже вот что произошло, когда мы составляли итог урока для тех, кто хочет дать жизнь. Тема была «Бесы». Я стала смотреть в интернете, и очень много христианских церквей уверяют и подтверждают стихами из Библии, что бесы — это падшие ангелы. Когда я пригласила их перепроверить эту тему, мне даже ответили и сказали, что любой может сказать ложь, неправильно интерпретируя текст. Итак, христианская церковь — это та, что одна из первых отрекается делать то, чем занималась перворожденная церковь. Итак, не только перворожденная церковь, но и сам Господь Иисус. Иисус сказал: «Исследуйте Писание, чтобы знать, что говорится обо мне. Если я исполняю все то, о чем говорят Писания, тогда повинуйтесь мне. Проверьте». Иисус говорит: «Не верьте мне, проверите. Проверьте, исполняю ли я Писание, потому что Писание — это слова Отца». Верийцы проверяли Писание для того, чтобы проверить, правильно ли все это, что говорил Павел. Если Павел говорит согласно Писаниям, тогда все хорошо. А вот если Павел говорит не по Писаниям, тогда что? Павел ошибся. Неважно, мы не дисквалифицируем человека. Мы должны понять, что все люди ошибаются. Все люди ошибаются. Нет ни одного, который бы сказал. То есть, наоборот, если кто-нибудь вам скажет, что у него есть истина, бегите, антихрист. Единственный, кто является истиной, это кто? Иисус. Поэтому мы не говорим вам, что тут вы обучитесь истине. Нет, здесь вы научитесь исследовать Писание для того, чтобы вы смогли найти истину. Потому что Его Слово — это истина. А вот это не есть истина. Мы делали сводный материал. Если вы хотите, все еще есть этот материал в наличии. Но я перестал запрашивать их копии. Почему? Разве вы не видите, что люди стали ссылаться на этот материал, будто это Библия, не читают Библию? Поэтому лучше пусть этого материала у вас не будет. Лучше идите к Писаниям. И значит, мне говорят: «Нет, ну вы же сказали на семинаре». Я отвечаю: «Знаете что? То, что я сказал на семинаре, это мусор, что говорит Слово Божие. Разве вы не видите, что я мог ошибиться? Разве вы не видите, что в этот день я мог встать не с той ноги, и поэтому сказала глупость? Разве вы не видите, что у меня была сложная семейная проблема, поэтому я изменил Писание в мою пользу?» Но мы должны все проверять. Что говорит Библия? Что там написано? Как отвечал Иисус сатане, когда тот его искушал? Разве он отвечал то, что захотел? Нет. Он ему ответил: «Написано». А затем берет его на высокую гору и говорит ему: «Нет». На крыло храма, а потом уже его забрал на высокую гору. Иисус ответил ему то же самое. Знаете ли что? Написано. Поэтому мы должны встать на эту скалу, что является Словом Божьим, и проверить, чтобы удостовериться, правильно ли то, что говорят тот или иной. Почему? Потому что смотрите, что говорится в Галатам, глава 1, с 6 по 10. То, чему вы тут научитесь, так это критическому разуму. Внимание! Это не придирчивый разум. Это две разные вещи. Критический разум — это разум, который исследует, ища истину. И когда находит истину, все свои аргументы подносит и преклоняет к истине. Что написано в стихе?
Я удивлен, что вы так просто отвернулись от Него, призвавшего вас благодатью Христовой, и обратились к иному благовествию, которое на самом деле вовсе не иное благовестие. Но некоторые смущают вас, пытаясь извратить благовестие Христово. Но даже если мы или посланец с небес станет проповедовать вам благовестие Божие, отличное от того, что мы благовествовали вам, то пусть будет тот проклят. Мы говорили это раньше, теперь я снова повторяю это. Если кто станет благовествовать иное, чем то, что мы благовествовали вам, то пусть будет он проклят. У людей ли я ищу одобрение или у Бога? Людям ли стараюсь угодить? Если бы я старался угодить людям, то не был бы слугой Христовым. Вы помните о совете моего друга пастора? Люди у тебя заскучают. Вы должны проповедовать то, что люди хотят что? Услышать. И тогда я уже не слуга Бога. Я уже не служу Богу. Более того, я делаю себя кого? Проклятого. Вы знаете, что это? Павел сказал, послушайте, если мы или ангел Господень появится вам и станет говорить вам о другой благой вести, будь он проклят. Да нет же, ведь это откровение дал Бог своему слуге. Вы же не видите, что вы ошибаетесь. Я знаю пастырей хороших. Нет, они не хорошие. Но честные пастыри... Нет, не честные. Как их назвать? Пастора, которые утверждали, что Господь придет 30 сентября. И они вроде хорошие люди, не злодеи. Но поскольку дали себя обмануть, в кого превратились? В проклятых. Анафема значит проклятый, потому что они проповедуют другое благовестие. И если я проповедую слово, то, чего я ищу, так это ублажить людей, значит, я начинаю владеть на путь, по которому ходить не стоит. Знаете почему? Потому что для Бога, Его слово свято. Его слово не проходит. Он не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он уважает. Послушайте, Бог подчиняется своему собственному слову и не изменяет его. Написано в Псалме, «Кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, он не посмеет привирать». Бог исполняет свое слово до последней буквы и черточки. Я вот думаю, уже старый, мне уже 50 лет. Но вот 25 лет тому назад, вы думаете, я мог бы подумать, что река Магдалены сохнет? Нет, это невероятно. Но в Библии об этом говорится. Вы думаете, что человек задумывался о том, что третья часть рыб в море умрет? Да нет, Библия преувеличивает. Ну вот, умирают. Вы полагаете, что эфа муки будет стоить не знаю сколько денег? Да, будет стоить. Будет стоить. Разве вы не видите, что Библия не врет? Библия не меняется, Библия... Потому что Его Слово — это истина. И Бог не станет портить свое Слово. Когда я пойму, что Слово Божие — это истина, что Слово Божие не изменяется, что Слово Божие — это самое лучшее, только тогда мое отношение перед Богом может стать каким? Правильным. Именно поэтому жизнь по вере будет правильной, потому что за мной будет следовать знамение, потому что я читаю в Библии, что Господь говорит, идите изгоняйте бесов в мое имя, я тогда что я буду делать? Я пойду начну изгонять бесов, потому что Господь повелел, это не совет, Господь повелел, идите во имя мое. Смотрите, как мы себя ведем, когда это сказано человеком. Если начальник предприятия скажет вам, ну-ка, сделайте мне одолжение и увольте этого человека, что вы сделаете? Ай, серьезно? На самом деле начальник хочет этого? Я думаю, уволенных будет двое. Мне уволить его или не уволить? Да, уволить или нет? И тогда вы идете к человеку, сделайте мне одолжение, вы уволены. И Дос спрашивает, а кто вы такой? Я никто. Но меня послали для того, чтобы вас уволить. Нет, я не хочу уходить. Охрана. Выгнать его. Но он не сомневается в слове начальника, который сказал ему, чтобы его выгнали. А вот мы думаем, Господи, разве можем мы изгонять бесов? Это правда? Правда, что у нас есть власть изгонять бесов? И он сказал, да,
делайте это в мое имя, изгоняйте во ее имя, а также идите возлагать руки на больных. И в этот момент, когда мы предоставляем власть Слову, тогда жизнь по вере становится правильной, и знамения начинают следовать за мной, и тогда мое отношение становится правильным, я преклоняюсь перед этим Словом. И тогда у меня появляется правильная вера. И вот тут мы подходим к вопросу Убальду. Что такое вера? Что такое вера? Вера — это та малая сила, которую я прилагаю. Моя мама очень прикольная. Моя мама дает лекарства всем и вся. Она говорит: вот смотрите, если у вас идет сыпь по коже, значит, ваша печень не в порядке. Тогда вам следует выпить 3 листика одуванчика утром натощак. Разжижьте листики и пейте в течение 15 дней. Потом передохните 15 дней и снова начните принимать. И вы увидите, что печень прочистится. Но это только если вы приложите достаточно веры. Я ей говорю: мама, что такое вера? Что такое вера? Что говорит Библия, что такое вера? К Евреям 11, стих 1 говорит: вера — это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Ага, отлично. Чего вы ожидаете? Я жду хорошую жену. А вот вы чего ждете? Нет, я его жду вездеход. А вы чего ждете? Красивый дом. Отлично. А теперь имейте уверенность в том, что вы это получите. Если хотите, тогда сделайте себе доску, приклейте туда машину своей мечты, визуализируйте ее, и каждое утро говорите себе: машина, 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 машина. Дом, дом, дом. Жена, жена, жена. И не сомневайтесь, потому что вы это получите. Вы слышали такое? Но это не имеет ничего общего с верой. Почему? Что это, чего ожидаешь? Что это, чего мы не видим? Стих 3 к Евреям 11. Там же следом говорится, но мы никогда не доходим до стиха 3, мы останавливаемся на первом стихе. Написано: верою что? Познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Что это, что не видно? Слово. И тогда у меня появляется уверенность, полное убеждение, точность. Я абсолютно уверен, что Слово Божье будет исполнено. Обратите внимание, какой бессовестный этот Петр. Петр был своеобразным, разве не так? Но Петр научился. Почему? Потому что однажды он шел рядом с Господом, и Господь подошел к смоковнице, и у смоковницы не было плодов, и Господь проклял смоковницу, сказал ей: никто и никогда не попробует твои плоды. И они продолжили путь, когда они возвращались, и прошлись рядом со смоковницей. Смоковница была высохшей. Петр удивился: Господь, слово, которое ты сказала, и вот смотри, смоковница высохла. Он ответил: да, так и есть. Это слово веры. А после этого к ним подошли, чтобы взять с них налоги. И тогда Господь сказал Петру: Петр, иди и поймай рыбу, и во рту у рыбы найдешь монетку. Этой монеткой платишь налог за тебя и за меня. Я представляю себе Петра. Он ушел рыбалить и сам себя: ай, правда ли это? Ну ладно, посмотрим. И бросил, не знаю, была ли это удочка или сеть. Выловил рыбку, открыл ей рот, и там монетка. Потому что Иисус дал свое слово. Поэтому, когда Иисус шел по воде, что сказал ему Петр? Господь, Господь! Скажи только слово. Скажи свое слово, чтобы я мог идти по воде. Поэтому, когда он видел воскресшего Иисуса, Иисус сказал ему: брось сеть. И тот ему ответил: Господь, мы всю ночь рыбалили, но по твоему слову, и выловили 253 рыбы, потому что Петр уже знал, что. Именно поэтому, когда хромой стоял у двери Соломонова, ответил ему: знаешь что, у меня нет ни золота, ни серебра, но во имя Иисуса встань.
Потому что он понял. Он понял, что это не были его мысли, не его визуализация, не то, что он хотел, и не его требования, это не вера. Слово! Поэтому знаете что? У вас может быть вера намного сильнее, чем у любого другого проповедника, чем у любого пастора, потому что вы будете давать приоритет слову. Смотрите, слово говорит. Слово говорит. Смотрите, смотрите, слово говорит. Чтобы мы не боялись. Слово говорит. Да не убоюсь я того, что может сделать человек. Слово говорит. А вот вы верите, верите, что можете изгонять бесов? Конечно, разве вы не видите, что слово говорит? Послушайте, но вы уверены, что мир не изменится? Давайте помолимся, чтобы Колумбия изменилась. Давайте помолимся, чтобы у нас были самые лучшие политики. Да нет же, вы молитесь впустую. Разве вы не видите, что слово говорит, что каждый раз будет что? Это вовсе не вина Мокуса, не вина Петру, не вина Пеналосы. Это даже не наша вина, что мы их избрали. Мир каждый раз будет все хуже, и так и будет. Мы не станем делать кампании по спасению белых медведей, да нет же, все это имеет свой конец. Они умрут, земля иссякнет, этот мир будет уничтожен. Разве вы не видите, что об этом говорит Библия? Послушайте, вы на самом деле ждете второго пришествия Иисуса. Вы знаете, что теологи не ждут второго пришествия Иисуса? Теологи не верят, что Иисус придет во второй раз. Но может, я вам скажу. Намного больше пророчеств по поводу второго пришествия, чем по поводу первого. И он пришел. Конечно же, пришел. И все исполнил. В нем все исполнено. Все йоты, все черточки. И так он вернется? Конечно же, да, вернется. И христианская церковь — это та церковь, что ждет второго пришествия Господа. И говорит ему: «Приди, приди, Господь Иисус». «Ай, нет, нет, страшно-то как, пусть не приходит». Знаете что? Значит, вы не христианин. Потому что вы должны жаждать его второго пришествия. Да, я понимаю, что мы говорим: «Ай, мой родственник». Да, да, конечно. Но все же, приди, Господь Иисус. Итак, мы говорим о том, что у нас будет что? Правильная вера. Но помимо того, что у нас будет правильная вера, мы будем правильно интерпретировать Слово Божие. Именно поэтому сейчас мы сможем противостоять любому библейскому эрудиту. Нет, дело в том, что я учился в Германии. Я прошел магистратуру и докторскую. И я знаю, я наиболее приближен к Библии. И я выучил греческий и еврейский. Ну да, вот только вы не знаете саму Библию. Вы не знаете волю Бога. И вы абсолютно не знаете Слово Божие. Есть огромнейшая ошибка в понимании слова «интерпретировать», потому как люди думают, что интерпретировать значит выдумывать. Люди говорят: «Дело в том, что проблема Библии в том, что ее интерпретируют по-разному». Нет, 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 нет. Вы неправильно понимаете слово «интерпретировать». Что значит «интерпретировать»? Когда используется слово «интерпретировать», к примеру, в музыке, проводится музыкальный конкурс по интерпретированию Бетховена. Кто выиграет конкурс? Тот, кто лучше что? Тот, кто лучше интерпретирует. Для того, чтобы правильно интерпретировать, хороший интерпретер Бетховена должен хорошо изучить произведение. К примеру, он изучает героическую симфонию, изучает произведение, ну-ка посмотрим, паузы, и как придерживается ритм, как подразделяется произведение, из чего состоит. И значит, он ее изучает, изучает, но не только изучает само произведение, но и что еще изучает? Автора. Какова была жизнь Бетховена? Бетховен был пламенным человеком, Бетховен проживал некоторые изменения в своей жизни и входит в рационализм, и абсолютно все, о чем можно поговорить. Но вот минутку. Почему он изобрел это произведение? Вы знали, что это произведение было названо изначально «Наполеоновское»? Потому что это произведение Бетховена сочинил, произведение Бетховен сочинил в честь Наполеона. Но когда понял, что Наполеон был лжецом, и что он вовсе не хотел социальных перемен, а лишь хотел стать императором, и когда Наполеон назвал сам себя императором, тогда Бетховен поменял название произведения и назвал ее героической.
потому как в произведении слышатся нотки того, кто входит с победой, и того, кто несет за собой перемены. Разве не так? Итак, когда интерпретатор играет произведение, он должен выразить в своей интерпретации намерение оригинального автора. И тот, кто ближе передаст верность интерпретации, тот, кто лучше достигнет уровня, что люди поймут, каковы были намерения оригинального автора, этот и выиграет конкурс в качестве кого? Наилучшего интерпретатора. А не тот, кто лучше выдумывает, тот, кто приблизится больше к оригинальному источнику автора. Таким образом, что когда мы интерпретируем Библию, это не то же самое, что сказать «мне кажется» и «я». Нет, я считаю. Нет, это парочка фраз, вы должны быть стерты. Нет. Напротив, мы должны сказать «минутку», в Библии говорится. Я вам сейчас дам один практический пример. Те, кто уже прошел через этот семинар, ничего не отвечайте. Я был маленьким, и моя мама нам читала Новый Завет. Моя мама на этот момент не была христианкой, но не знаю почему, иногда нам читала Новый Завет. И она нам читала в этот момент от Матфея 5 и говорилось: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я сразу же спросил: «Кто такой нищий духом?» Я спросила у мамы: «Мама, мама, кто такой нищий духом?» Я вас спрошу у вас: кто такой нищий духом? Кто такой нищий духом? Кто бы мог быть этот нищий духом? Фабрицио, кто такой нищий духом? Эльза, кто такой нищий духом? Духовно мертвый. Очень хорошо. Патрисия, кто такой нищий духом? Тот, у которого нет Бога. Кто бы мог быть этот нищий духом? Тот, кто внутри пуст. Пуст внутри. Очень хорошо. Каро, кто такой нищий духом? Тот, кто не верит. Очень хорошо. Кто такой нищий духом? Кто такой нищий духом? Джоанна, кто такой нищий духом? Тот, кто понимает, где он находится. Вот смотрите. Представьте себе, что Библия говорит в Матфея, глава 5. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Итак, если бы это был мертвый духовно, то не имел бы смысла. Если бы это был тот, у которого нет Бога, то не имело бы смысла. Если бы это был тот, который пуст внутри, не было бы смысла. Если бы это был тот, который не верит, не было смысла. Если бы тот, кто не понимает, где находится, может быть, но моя мама мне ответила: нищий духом, но человек, лишенный дееспособности. Способности. Недееспособный человек. Человек, который не может понять посредством интеллекта. И я поверил своей маме. И только потом я понял, что моя мама мне соврала. Несмотря на то, что она хорошая, она мне соврала. А потом в одной из проповедей я услышала, как один пастор сказал, что нищие духом — это те, которые осознают свое духовное банкротство. Казалось логично. Но поскольку я недоверчив, я вернулся домой и залез в библейский комментарий. Я не помню, был ли это Беркли или Матью Хенри. Я его открыл и нашел. От Матфея, глава 5, стих 3. «Нищие духом. Те, кто объявляют о своем духовном банкротстве». Я сказал: «Ага, пастор был прав». И когда я стал пастором и стал проповедовать, и дошел до Матфея, то сказал, что нищие духом — это те, кто признают свое духовное банкротство. Но после этого Господь мне дал пару оплеух, потому что однажды, читая Библию, я нашел, кто такие нищие духом. И это было абсолютно противоположным тому, что сказала моя мама, что сказали вы, что сказал пастор, что сказал библейский комментатор. И я даже не раздумывала о том, кто же прав. Моя мама, или мы, или библейский комментатор, или пастор, или Библия.
Кто бы мог быть прав? Нет. Как только кто-то приближается к Библии, то сразу же прощается со всеми остальными. Смотрите, Исаия, глава 66, стих 2. «Все было создано моей рукой. Вот так все возникло, говорит Господь. Я обращаю свой взор на того, кто беден. Я обращаю свой взор на того, кто беден, смирен и трепещет перед Словом Моим. Тот, кто нищий, смиренный духом и трепещет». Трепещет. Другие версии что говорят? Тот, кто внемлет, уважает, чтит. И вот сейчас, только сейчас появляется смысл от Матфея 5. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Те, кто трепещет перед моим словом, те, кто уважает мое слово. И тогда мы понимаем, что у нас есть лучшая интерпретация, чем у кого-либо. Почему? Потому что мы не ищем интерпретирование снаружи, а внутри Писания. И как только мы его находим, все. Я в течение долгого времени, 9 лет, искал, что же писал Иисус на песке. И все спрашивал себя, потому что написано, привели женщину, взятую в прелюбодеяние, Иисус начал писать на песке, и люди стали опускать камни и ушли. И я все думаю, какой странный стих. Спустя 9 лет я нашел. И я не стану вам говорить, где. Ищите сами. Мне стоило 9 лет, и вы думаете, что только из-за того, что вы пришли, уже через 5 минут узнаете? Это находится в Иеремии, чтобы вы прочитали Иеремию. Там написано, что же писал Иисус на песке, и по какой причине они опустили камни. Вот другой вопрос. Почему он превратил воду в вино на свадьбе в Канаане? Помимо этого, не просто чуть-чуть, а много вина, чтобы напились. Они-то уже были полупьяными. Вы помните, что сказал распорядитель? Послушай, всякий человек сперва подает хорошее вино, а когда напьются, то худшее. А ты его сделал наоборот. То есть они уже были полупьяные. А тут 6 амфор, которые служили для омывания. И каждая из них вмещает приблизительно от 120 до 70 литров. Предположим, что было 70 литров. На 6 это уже предостаточно бутылок. На 100, на 100 человек, или сколько человек было на свадьбе? 200. Даже для 200 человек слишком много вина. Так странно. Все там, тоже в Иеремии. Знак о сосудах с водой, превращенные в вино. Какая прелесть! Итак, когда эрудит вам говорит, посмотрите, в Исаии 53 вовсе не говорится об Иисусе, а говорится об Иеремии, то вы можете ответить, послушайте, профессор, меня почти выгнали из университета из-за этого. Профессор, вы осквернитель. И вы глупый. Как вы можете? Я учился в Германии. Да, но вы вовсе не знаете Писание. Потому как страдающий слуга Исаии, Иисус сказал, что это был он. От Луки, глава 4. И он, раскрыв книгу пророка Исаии, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». И он сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, потому что Господь послал меня». И это самое важное на этом курсе. И тогда я ему сказал, да, вы не признаете чьи слова. И он ответил мне, да нет, дело в том, что Эшли Майер сказал, да ладно, Иисус, и он называет себя христианином. Нет же, он не христианин. Не может быть человек христианином, если он учит, что пророки не говорят об Иисусе. Потому как Иисус сказал, давайте посмотрим вместе, от Луки глава, чтобы мы не придумывали, написано, и так сказал Иисус, от Луки глава 24, стих 27. Нет, лучше 24:44. От Луки 24:44. Кто хочет прочитать? «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне
в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. О ком говорится в законе Моисеевом? О ком говорят пророки? О ком говорят псалмы? Не об Иисусе, не об Иисусе. Дело в том, что ты полуфанатик. Разве ты не знаешь, что говорится об Иеремии? Разве ты не знаешь, что важность Ветхого Завета — это создать социальные нормы для сосуществования народов? Так мне говорил профессор, что самое важное в Ветхом Завете — это закон для создания социальных норм, и что Иисус, то, что Он сделал, так это переинтерпретировал. Переинтерпретация значит приспособить свою пользу. Ай, профессор, профессор. Вы разве не читали Писание? Смотрите, это Иоанна, глава 1. Профессор, вы даже не читали от Иоанна, глава 1, стих 45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Все иудеи в эпоху Иисуса, даже Ирод, знали, что Писание говорили о ком? О Мессии. Они не знали, что это был Иисус, но они ожидали Мессию, который должен был прийти. Где-то написано, спросил Ирод книжников, где написано в Писаниях, что должен быть рожден Мессия? Они ответили: в Вифлееме. Тот сказал: отлично, идите умертвите всех детей в Вифлееме. Потому как Ирод был уверен в чем? В том, что то, что говорит Писание, что? Правда. Но вот профессоры теологии на сегодняшний день этого не видят. Поэтому то, чему мы научимся тут, не человеческая теология, а Библия. Давайте посмотрим для завершения 2 Коринфянам 10, 4. Это только вводная часть курса, разве не так? Мы приступим к занятиям на следующей неделе. Начиная с 3 стиха. 2 Коринфянам 10, 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Минутку, Флорита. Другая версия этого стиха. «Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем оружием этого мира». «Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем оружием этого мира». Какая-то версия? Живое слово. Другая версия. «Да, мы живем во плоти, но борьбу свою ведем не как люди мира сего». Другая версия. «Так как, хотя мы и живем в мире, мы не сражаемся подобно тому, как сражается этот мир». «Не подобно миру, потому что оружие воинствования нашего не плотские». Это не зависит от этого мира. Это не человеческая логика. Это не человеческие аргументы. Это не человеческие стратегии. Что бы нам сделать, чтобы привести людей в церковь? Давайте сделаем дискотеку для молодежи. Сделаем курс кухни. Курс швей. Что же люди хотят? Сделаем это? Нет. Оружие воинствования нашего не человеческие, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И что это за твердыни? Читаем дальше. Как там говорится в этой версии? «Не спровергаем что? Замыслы и всякое превозношение». Превозношение. Читайте дальше. «Замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Еще раз. «Всякие замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Вы понимаете, что замыслы и всякое превозношение восстают против чего? Познания Божия. И получается, что вечная жизнь — это познать Его. То есть эти твердыни, говорится, что идет война. И эти твердыни, которые восстают
Наши собственные аргументы и наше собственное высокомерие, которое восстает против познания Христа. То есть восстает для того, чтобы у нас не было вечной жизни. Диего, здесь написано «для разрушения плохой силы, обличения и гордость тех, кто хочет противостоять тому, чтобы все узнали Бога». Другая версия. У кого есть другая версия? Что такое аргументы? Я полагаю. И высокомерие? Мне кажется. Таким образом, что мы на этом семинаре о воле Бога разрушим все это. И больше никогда не будем говорить так. Мы больше не позволим себе эту легкомысленность выражаться так. Я полагаю, и мне кажется. Почему? Смотрите, от Иоанна, глава 16, стих 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что слышит. Дух Святой не говорит от себя. Дух Святой не говорит от себя. Смотрите, от Иоанна глава 12, стих 49. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Иисус говорил от себя? Иисус не говорил о себя, Дух Святой не говорил от себя. Говорится в Библии от Иоанна 14, что Он от Моего возьмет и напомнит вам все, что Я вам говорил. Дух Святой не дает вам новое откровение никогда. Если человек говорит вам, что ему Дух Святой дал новое откровение, антихрист, лжец, обманщик, анафема. Потому как Дух Святой то и делает, что берет от Иисуса и напоминает нам об Иисусе, что и есть истина. Освяти их своей истиной, Твое Слово есть истина. Сын также не говорил от себя только лишь то, что Отец ему сказал, чтобы он говорил. А мы, значит, можем говорить, я полагаю, мне кажется. Нет, не можем говорить этого. Потому как только мы восстаем, тогда мы восстаем против Слова Божия. Мы просто должны говорить «написано», «написано» и также «написано». И это повиновение у ног Христа разрушит все твердыни. Это и есть настоящая духовная война, а не вовсе разбрасывание масла. Так, давайте же приступим к духовной битве. Подходите, берите с собой фото своего любимого, брызните масло, проткните булавкой и прибейте колышек. Как это называется? Колдовство, брат. Разве Иисус послал нам заниматься этим? Нет. Разве апостолы это делали? Нет. Поэтому мы тоже этого делать не будем. Да нет же, меня научил этому пророк, который приезжал. Тогда этот пророк лжец, потому как разве вы не видите, что не соответствует Слову Божию? Разве вы не видите, что это то, что вышло за рамки Слова? Он мистичен, это мистицизм, и вовсе не истина. И напротив, когда мы начнем ходить по истине, сила Слова Божьего будет литься в нас. И мы тогда приступим к мечному делу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, что есть истина. Господь, помоги нам повиноваться, понять ее и жить по нему, Господь, чтобы знаки следовали за нами, знамения, Господь, потому что мы повинуемся, потому что мы верим, потому что мы даем власть Твоему Слову, Отец Небесный. Оживи нас Твоя истина, Твое Слово есть истина, Господь. Действуй в нас Твоя сила, каждому из нас, кто находится тут во имя Твое. Спасибо за это время, и разреши нам, чтобы мы все завершили семинар, который начали. Подведи в одну строку все вокруг во имя Иисуса. Аминь и аминь.